Всех приветствую на своем канале. Хотел бы показать такой электрошокер фонарик. Внутри у нас лежал чехол. Сам электрошокер. И провод для зарядки. Что по нему рассказать? Из органов управления здесь находится сзади место для зарядки изделия. Также вставляется в розетку и заряжается на сколько-то часов. Встроенная там батарейка. Здесь положение включено-выключено. Это для электрошокера. Если положение включить включено и кнопку фонаря перевести в крайнее положение на себя, затем нажать вот на эту кнопочку, будет у нас такой электрический разряд. Если кнопочку в положение среднее поставить, заряд у нас не идет. Здесь идет дальше фонарик. Так, ну, по силе, не знаю, трещит сильно. Собак пугают на улице. Если взять салфетку. Ну, ничего здесь нет никаких, только запах электричества в воздухе. Если вот так посмотреть искру в темноте, вот. С двух прямо бьет он, не знаю, как-то не хочется мне себя там. Собаки очень. Ну, если вообще в полной темноте посмотреть, то будет вот так. Фонарь также светит ярко, как видим. В общем, приспособление, ну, в общем, неплохая штука. Батарейки там не надо покупать. Лежит и лежит. Заказывал я давно. Сейчас не знаю, есть ли на еще на Алиэкспрессе. Может быть, уже и не продают, не знаю.